В Люберцах прошла открытая тренировка по смешанным единоборствам. Провел ее чемпион AMC Fight Night Морис Балиян. Затем, как профессиональный боец делился секретами мастерства с юными спортсменами, наблюдала наша съемочная группа. Так что у вас есть все условия, у вас есть отличный тренер, у вас есть хороший зал. Так что все в ваших руках. Морису Балияну есть что рассказать и показать юным спортсменам. Он – победитель первенства мира по панкратиону, серебряный призер мира по грэпплингу и обладатель рекорда 5 побед, 0 поражений в смешанных единоборствах. Профессиональный боец уверен, занятия спортом с раннего детства развивают и закаляют характер. На самом деле спортом я призываю заниматься всех детей, потому что с самого раннего детства это дает дисциплину, во-первых. Во-вторых, это будет в человеке спортивное соперничество, которое пригодится не только в спорте, но и в жизни, во всех аспектах. И, конечно же, это здоровье. В открытой тренировке, которая состояла из разминки, спаррингов и мастер-класса по приемам и техникам, приняли участие 20 детей. Среди них Артем Сковородин. Единоборствами он занимается всего год, но уже успел получить первый юношеский разряд по панкратиону. В планах у юного бойца стать чемпионом. Нравится тренер, тренировки. Все нравится. Как тренер тренирует. Сам интерес к этому спорту. Смешанные единоборства – это комбинация элементов из борьбы и бокса. Также здесь используется ударная техника. Специальная программа тренировок позволяет приобщить детей к этому виду спорта уже в трехлетнем возрасте. Основатель и главный тренер бойцовского клуба «Сивак» Авагян уверен, к каждому ребенку нужен особый подход. Это довольно-таки нелегко. Каждому ребенку надо что-то отдельно объяснять. Если какое-то болевое делается, как делается, для чего это делается. Каждый ребенок это понимает по-своему. И надо как-нибудь попытаться, попробовать ему это объяснить. В бойцовском клубе Ground and Pound занимаются более 95 детей. Помимо смешанных единоборств, здесь есть секция ММА, проходят тренировки по бразильскому джиу-джитсу и тайскому боксу. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.